Итак, это 28 сентября. Вчера я, в общем, пробовал снять блог про одну игру, про Wolfenstein 2, то есть я еще готовлю, может быть, сегодня я выложу там через пару часов. Через пару часов, в общем. Тут постер такой. Теперь они делают все, что прикажет долбанный фюрер. В общем, как-то так. Мне, в общем, надоело петь песни про Диану Петрову. Надоело Диана Петрова эта тема, в общем, не спрашивайте, кто такая Диана Петрова. Вот, иногда просто есть настроение петь, да, ну, ради прикола в своих блогах, там, использовать какой-то один персонаж в своих блогах. Там Диана Петрова, чудо-женщина, а потом мне это уже надоело, я уже понял, что это мне надоело, это уже для меня лично не катит, может для вас это катит, когда я в каждом блоге говорю Диана Петрова, может я потом придумаю, например, такую вот фишку. Вы смотрите меня, прикольного чувака, и съешьте печеньку, и нет никаких проблем. И на этом я хочу закончить этот блог. Ну и все.